Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Skyrim Dragonborn. Как вы видите, я уже приоделся, прокачал свою броню, заточил, зачаровал. Короче, все прекрасно. Я скрафтил себе нордский кинжал и нордский меч, то есть я сделаю из своего воина-мечника полуассасина. Я немножко разобрался тут с этим небольшим городком. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Так, подождите. Дабы одеть серебряное кольцо на луки и этот. И мечи. Так, и амулет. Я заточил хитиновую броню и поулучшал ее. То есть, как вы видите, я полностью преобразовался. И урон вырос, и все. Я немножко полазил по этому городу и получил несколько квестов. То есть у кузнеца мы получили добыть кирку, по-моему. Да, раздобыть древненордскую кирку. Эти купоны я не помню, где я получил. И вот еще два квеста вот про шахту. Вот сейчас, в принципе, можем двинуться и в шахту. Там нужно найти, по-моему, тело какого-то то ли отца, то ли деда, который ушел туда и не вернулся. Сейчас будем как раз этим заниматься. Я скрафтил себе как раз тот лук, что я хотел. Короче, я при полной оснастке. Сейчас будем всем этим заниматься. Все постараюсь пройти постепенно. Тем более, что земля такая большая. А в следующей серии, я думаю, или через серию, если у нас тут в этом городке будет много квестов, двинемся уже к храму. Я слышал, тут очень много интересных квестов есть. То есть про какую-то легендарную броню, про какой-то легенд оружие. Этим всем надо будет постепенно заняться. Тем более, что дополнение обещает быть очень и очень хорошим. Значок восточной компании торговой. Да, у этого вот детка мы взяли этот квест. Сейчас будем двигать. Это что у нас тут? Кто-то проснулся, что ли? Или это пауки? Паук. Да. Не очень долго он прожил. Мерзкие, мерзкие пауки. Как я их ненавижу. Ну, как вы видите, я их тупо сношаю с одного удара. Ух ты, а такого не было. Да, новый ход, хорошо, сейф восточной компании, ну хорошо, давайте посмотрим, эксперт. Несложно. Браншей. Да, что-то как-то... Ладно, не суть, в принципе. Куда это мы... Так, ну понятно, попадаем мы, судя по всему, в древненордские руины. Угу. Ясно. Все тут есть, короче. Ой. Все есть. Все. Так. Что такое? Нефиг оживлять всякую дрянь все равно. Так, тут будь аккуратно. Ну, тут сильные военачальники, обычно они
Не переживает, это же первого моего удара, а тут какой-то опасный. Ладно. Норм. Блин, Гарри не видно ничего. Чувствуется, что в этом дополнении поработали со светом. Вот. Уже скоро надо будет или какие-то заклинания на свет брать, или... Или с факелом. Так. Луминчальники. Блин. О, 15-кратный лон. Хорошо. Тихо ты. Ох. Сирана, ты как там? Тебе это говно? Что это такое? Вы что, ожили, что ли? Мимо. Блин, тупо что-то какое-то мясо пока идет. Тупо что-то как-то место. Так, ну тут сейчас вылезу, давайте. Выходи. Какие же вы тупые, а? Нет? Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. Да. Так, это драунг дыхает. Нам путь ведет туда. Мне вот интересно, что вот это вот такое? Залежи Сталгрима? Что нужно? Древненордская кирка. То это нам прям по квесту. Хорошо. Тогда будем искать древненордскую кирку. Ладно, не буду пока. Все, что мне надо, я могу. Блин, скотина. Тихо. Что это такое? Я уже забыл про такие ловушки. С камнями души. Так, сохранимся. Испытаем наш новый лук. Новский лук. Получина. Блин, не повезло. Тихо, Сирана, не пали. Ой, тупая манда. Попал? Вот так. Все. Хорошо, этот уехал. Давай сюда, мои стрелы. Не жадничай. Ничего. Нордская стрела тоже хорошо. Угу. Стрела, золото, зелье меткости возьмем. Это пока мне не нужно. Стрелы, кстати, хорошие. Лук мне пока нравится. Так, тут ничего, никаких проходов нету вроде. Ладно, бегаем.
Тут ничего. Пентаграмма. Сундуки на экспертов. Это вообще что-то. Судя по всему, рассчитан на явно хорошо прокачанных персонажей. Так. Ага, вот оно все. Угу. Ясно. Так, ну тут уже лучше взять меч и кинжал. Потому что тут будет прежде всего ближний бой. Хорошо. Сейчас что-то придумаем. Не? Придется с лука, значит. Ну ладно. Эльфийских стрел у меня много. Ну давай остальные. Прекрати! Попал? Нет. Нет, не попал. Что это за херня? Попал? Да. Прекрасно. То есть вы видели этот тонкий намек, короче, на луки стрелы? Прикольно. Такого еще не было. А это? Да, это, судя по всему, наш выход. Хорошо. Первое подземелье, оно меня пока что радует. Довольно-таки интересное, веселое. Хотя бессюжетное, но это, наверное, пока что. Так. Не видно ни черта. Сундук на адепта. И все. О, подождите-ка. Сталгримовая секира. То есть сталгрим это материал. Его можно добывать. Хорошо. Так, судя по маркеру, мы уже почти пришли. Ёжик Женя. Вот это называется зашел. Хорошо. Ты кто? Милин. Драугр. Отдыхаешь тут, да? Блин. Меч какой-то крутой. Ну-ка, сейчас мы соберемся и посмотрим. Дневник. Так, а ну-ка. Это что-то интересное. Это? Так, стоп, назад. Здравствуй. Вроде оно. Так, сегодня мы здесь пришли имперской компании, они сообщили. Короче, кто хочет прочитать, читайте на паузе. Я быстренько для себя, чтобы хотя бы чуть-чуть понять, что это, о чем это. Так, сегодня мы прибыли. Ворону скажу, хорошо. Шахты, конечно.
вот такие запасы. Угу, хорошо. Угу, ясно. То есть, вот этот вот человечек, Грациан, нашел некий меч. Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Я тоже Сирана. Нашел некую дверь и нашел вот где он клинок. Клинок Бладскау. Короче, он полагает, что этот клинок как-то поможет открыть вот эту дверь. В его исследованиях он излучал какую-то энергию. Сейчас. Угу. И тут, наверное, то же самое, да? Ой, все равно один. Что, не работает, да? Или это просто надо ударить? Плашмя. Ага, да, плашмя. То есть понятно. Магическими свойствами этого меча мы должны и открыть. Эти двери. Ну блин, прикольно. Ага. На. Блин. Это офигенно. Блин, ребята, молодцы. Просто суперски. Офигенная головоломка. Так, что у нас тут? Сирана, ну что ты делаешь? Сирана, уйди! Уйди, отойди, пожалуйста. Еще попробуй мне тут умереть, я не знаю, что я буду делать. Ой, дура. Проходи, пожалуйста. Ты как? Будешь жива. Ну. Сирана, вставай. У меня есть какое-то восстановление? А, точно, у меня что-то. Все восстановление, я себе начитерил. Все что угодно. Быстрое лечение. Заклинатели нет. Восстановление запаса сил, защитный круг. Ага. Вот оно что. Все равно не знаю, как я тебя лечить теперь буду. И сюда. Хорошо. Блин. А как тут пролезть-то? Все. Это хорошее заклинание для напарников. Идеальное просто. Сирана, иди сюда. Все, отлично. Ну блин, эта головоломка с мечом, она просто офигительная. А тут что? Что-то какой-то зал большой. Чересчур. Ты
исправляю. Ты думаешь? Ну ладно. Твою мать, Лич! Иди сюда. А ты еще откуда? Ах, я ж не могу с ним драться. Вода, как я повелся на это говно. Это что за нахер? А ну-ка. Это что за дерьмо? Так, высший искатель. Непонятно, какая-то херня. Держи, как я. Закрас. Так, все. Он больше не на воде. Поэтому сейчас он сдохнет. Куда? Все, закрас. Отлетался. Что тут у тебя? О, маска? Увеличивает сопротивление электричеству. Увеличивает урон от заклинания электричества. Блин, маска крутая. Мне даже нравится. Ладно, оставим. Может, тут тоже будет какая-то коллекция этих масок. Прикольно же. Что у нас тут за слово силы? Мощь. Воплощение дракона. Ну, в принципе, тоже сойдет. А выхода тут нету? А, не, вот. По этой стороне есть. Что, под водой ничего? Не, вроде ничего. Ну, вот такое вот первое подземелье, блин. Очень-очень. Тиранка, давай быстрее. Быстро. Ко мне. Так. Стоп. Это что такое? Черная книга. Окей. Время. Не понял. Что происходит? Йо! Это... Меня что, книга сожрала, что ли? Твою в бога душу мать. So, another speaker at the knowledge into his mind. Гермиус Мор? I am Hermes Mor, prince of faith and lord of Cascras. This is a Apocrypha. Where all knowledge is hoarded. Perhaps you will prove clever enough to uncover the secrets hidden here. If so, welcome. Я помню, кто такой Гермиус Мор. You are a fool or a coward. If so, you are in hell. Need your book again, and escape before Apocrypha claims you forever. А ты кто? Херня какая-то. Вызов Азоры, Святой Защитный Круг. Кто знает, кто такой Гермиус Мор, меня поймет. Это... О, опять ты? Где ж тебя только что убил, или вас тут много? Это такая хрень, фантом, который в нормальном, то есть сюжетном прохождении Скайрима вы помогали, помните, Септимию Сизанию собрать кровь.
собрать крот, даннеров, короче, всех этих. И вот, чем оно вылилось, мы открыли большой ящик и получили книгу. Книга, которая дала нам способности. Там было к воину, к этому, к вору и к магу. Это, походу, его мир. Мир знаний. Это что за хрень? Я что-то слегка удивлен. Какого? О, паралич подействовал. Хорошо. Не попал, надо свалить отсюда. Покажи. Скрытень-страж. Скрытень. Охренеть. Так. Ушел скрытень. Я не знаю, что ты такое, но... Посмотрите на эту пасть. Капец. Да, если я его не снес с одного выстрела, значит он довольно-таки силен. Черт. Ладно, хрен с ним, разберемся. Ну, вот там вижу книжку. Так. А, во, ступеньки, блин. То есть вот такое и все. То есть продолжения не будет. Рецепт его. Ну возьмем, ладно. Амулет Акатоша тоже неплохо. Ветер перемен. Ветра перемен. Хорошо. Это что, тоже какая-то книжка со скиллами? Ой. А, вот. Внимание ученого. Чтение книг и навыков повышает дополнительно. Так, хорошо. Ваши атаки, крики и заклинания разрушения не наносят урона. Вот это Friendly Fire включает. Хорошо. Вот это я, кстати, возьму. Внимание любовника. Урон в противоположном полу увеличен на 10% при другом. На 10% выгоднее. Нет, я все-таки хочу соратника, потому что мне уже довелось убивать своих чисто случайно из-за мельницы. А, тут все. И Солстейн. Хорошо. Неплохой такой под уровень. Короткий, правда. Ну блин, этот. О. Сирана. А ну-ка. Сейчас проверим. Работает ли эта тема. Угу. Конечно. А, может потом. Ну, я не знаю. Может, оно сломалось, но... Ну, ладно. В принципе, прошли и ладно. Что оно не совсем Friendly Fire отключило, ну... Хер с ним. Курган. Я думал, уже выход будет.
мы все равно. Можно я пройду? Спасибо. Куда это я? Главарь шайки? Какой-то ты живучий оказался. Или я не попал просто. Резные перчатки. Блин, крутые. Ну ладно, брать не буду. Брать не буду. У меня уже есть броня. Довольно-таки крутая, кстати. Хитиновая, заточенная. Все как надо. Надо будет еще приучиться, потому что я привык. Что у меня мечи не длинные, что можно... Короче, с расстояния нормального. Стоп. Никого нет? Никого? Конечно. Какие проблемы? Так. Что, еще тут кто-то? А это... Высокий... Бейт. То есть это просто бандиты. Бандиты, которые тупо убивали людей. Ну, по делам им. Хотя мне, в принципе, пофиг, кого убивать. Ух ты. Чего они легитимны, когда их укладывают на оружие или броню. Стал грима. Хорошо. То есть вот это и есть Талгримовская броня. Круто. Мне нравится. Хотя она наверняка тяжелая. Но тяжелая к тому персонажу, которого я хочу построить, не очень подходит. Ну, в принципе, красиво. Даже очень. А ты еще откуда? Какого хрена? Блин! Пошел вон. Отправляйся в ад. Хорошо. Дорожный грабитель. Ага, у него простая хитиновая броня. В принципе, я мог и не крафтить, но все-таки это сделал я. Поэтому нормально. Так, блин. Разбойники, дорожные грабители. Что-то я как-то... Хорошо попал на них. Грабитель. Давай сюда. Костяная броня. Нет. Где это я нахожусь? Давайте посмотрим. Стоп. А. Вот оно что. То есть не так далеко я и ушел. Тут какая-то шахта. А вот этого вот значка похоже на какую-то непонятную башню. Я пока не понимаю. Сейчас посмотрим. Но это шахта по-любому. И поэтому не поднимешься. То есть это где-то сверху. А клинки спрятать. Ой.
Что ты за человек? Молодёр. Прощай, мародер. Мне повезло. Что ты тут делал? Горядина. Молча была. Что ты тут делал? А, во, там какой-то кораблик. Ну ладно. Такое чувство, как будто он тут кого-то ждал. Стоит кораблик. Людей вроде не видно. И подняться туда не представляется возможным. Может, он где-то возле вот этой вот непонятной башенки ходил? Сейчас подкрадемся, посмотрим. А, это типа того камня. Это кто у нас? Культурист. Сейчас по-тихому его уберем. То есть. То есть вы тоже безмозглые придурки. А культурист у вас вроде надзирателя был. Так, вы задолбали молиться этому камню. Все. То есть это просто ребята плавали на корабле и вот на тебе как-то подействовало на них это. Охренеть. Несмотря на то, что я даже надзирателя убил, хоть бы шо. Да, блин. Что-то как-то все страннее и страннее. Ладно. Отправляемся на Воронью скалу. Сдадим этот квест. Про дедушку или про отца, я не понял, правда, про кого, потому что не очень внимательно слушал или читал. Он, по-моему, просил найти его дневник, то есть, что с ним случилось. Мы его нашли. Если ему нужен этот меч, ну, просто так, естественно, я ему его не отдам. Хотя, думаю, он ему и будет не нужен. Сейчас, короче, разберемся. Так, нам сюда. Нет. Вламываться не будем. Подождем, пожалуй. Часов до 9, думаю. Он проснется уже до 10 даже. Позови там того. А, уже можно зайти? Ну тогда ладно. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности? Нет. Go back. Please, tell me what you found. Держи дневник, короче. I knew it. Rachel's death wasn't because of a black hole. It was just a story to keep people away from the tomb. Now that I have this gun in hand, I can get some closure from the East Empire. Угу. Что ж, желаю удачи. Thank you. Now, I believe I owe you a little more than a debt of gratitude for all that work you did. Here,
А зачем я меч получил? 750? Угу. Спасибо. Гловер хочет вернуть свою древнюю норскую кирку. Украл? Она принадлежит не тебе. Ты знаешь, что за промерка? I don't know how I know it. It sounds so familiar. Расскажи, что знаешь. It's so strange. I feel like it's from a dream. Something about the earth stone and shrine. Ну, блин. That's all I can think of. Да, мне везет. Mark my words. Raven Rock isn't finished. Все рано, пошли. Так. Древняя нордская кирка. Это она, походу, нужна для добычи сталгрима. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Это, наверное, та, что была на рисунке. А, да. Древняя нордская кирка. Хорошо. Ее, пожалуй, оставлю я себе. Так, зачем мне две? Одну выкину. Хорошо. Что ж, всем спасибо за просмотр, до новых видео, всем пока.